Почему мы так долго ищем вам няню? Я вам сейчас объясню. Угу. Вы же одна воспитываете ребенка, верно? Одна. Так сложилось. Ну, теперь вы на всю жизнь не одна, у вас есть сын. Ну да, вы правы. И ваш сын знает пока только вас, верно? Да. Ну вот вы представьте, если мы найдем неопытную няню, ваш сын будет проводить весь день с ней. И так часто получается, ребенок, ну, привыкает и начинает считать мамой няню. Ну, только в силу того, что они еще маленькие, не понимают. Ну, вам бы не хотелось этого, правда? Конечно, нет. Именно поэтому мы ищем для вас няню с большим опытом, чтобы она четко чувствовала грань между собой и чужим ребенком. Чтобы Сереженька провожал свою любимую маму на работу, а с ним оставалась хорошая, добрая, милая, но чужая женщина. А я об этом не подумала. Обязательно, конечно, да. Ну хорошо, хорошо, я готова еще подождать, ищите, подбирайте. Ой, здравствуйте. Я как-то об этом не подумала. Игорь, иди сюда. Извините. Быстро. И что происходит? Села. Ты с ума сошла? Извините, пожалуйста, вы знаете, идемте. Такая ситуация. Дело в том, что у нас Марина Андреевна недавно вышла замуж. Ага. И воспитывает двоих детей мужа. И сама ждет ребенка, представляете? Откуда ты знаешь Валерия? Какого Валерия? Ухажера Люси. Твоя карточка была у него дома. Бывшая жена мужа, она треплет им нервы. Ты пугаешь моих клиентов. Я понятия не имею, кто такой Валерий и почему моя карточка у него дома. Мои карточки по всему городу. Это реклама моего агентства. Ты мне сейчас врешь, это не твой клиент. Ему не нужны няни и домработницы. Так, стоп. Ты хочешь сказать, что я свела Люсю с каким-то парнем? Игорь, ты пьян? Нет, трезв. Я тебе сейчас налью, выпей. Держи. Пожалуйста, успокойся, я тебя... Так, не трогай меня, пожалуйста, сейчас. Я тебя не трогаю, я тебя пытаюсь обнять и понять, зачем ты искал этого, как его, господи... Валерий. Валерия, который увел у тебя твою же жену, потом ее бросил. У тебя гордость есть, скажи? Тебе самому-то не тошнит от всей этой истории? А самое главное, я здесь при чем? Твоя карточка была у него дома. Игорь, милый, ты помнишь, сколько лет я тебя люблю? Так, давай сейчас об этом не будем. Нет, вот как раз сейчас мы будем именно об этом. Что мне мешало на протяжении всего этого времени нанять десятка-два прекрасных парней, заплатить им кучу денег и подложить их под твою верную жену? Раз это так просто! Я должен знать, имеешь ли ты к этому какое-то отношение. Так, Алла! Скорую, Марина! Скорую давайте! Марина! Марина! Мариночка, Марина, 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 Марина! Марина, сейчас Марина, Марина! Принесу. Мариночка! Марина! Мариночка, ты меня Марина. Слышишь? Марина. Мариш, открой глаза. Мариш. Да, сейчас. Сейчас. Так, давай, воды, воды. Давай, малыш. Воды попей. Это обморок, да? В ее положении это бывает. Что-то я прям... Ой, повезло. Ну, как ты? Ничего. Ой, я бы мечтала о такой подруге, как ты, Маринка. Да брось. Да серьезно говорю. Ты, кстати, не хуже мать, чем Люся. А ее когда выпишут из больницы? Из больницы? Да ладно, тут все уж давно знают. Тут ничего не скрыть. Все знают, что она сейчас лечится. В жизни вообще ни от чего нельзя страховаться. Я вон, когда развелась, нервы свои лечила. Такого в дурке насмотрелась, мама родная. Но ничего, сейчас хорошо лечит. Я надеюсь, что она скоро поправится. Марин, слушай, ну ты молодая женщина, тебе свою жизнь надо устраивать. Что на тебя надо здесь чужую семью приглядывать? Друзей не бросают. Ой, слушай, если бы все так считали. У меня моя бывшая подруга с моим мужем спала. Ну, с бывшим, с первым мужем. Тварь, я после этого еле в себя пришла. Хорошо, он хоть замуж вышла, детей родила. Ну, ты молодец, сильная женщина. Не какая-нибудь там курица. Да? Ну и в конце концов, мы сами творцы своей собственной жизни. Ну, дети скучают по Люсе? Да, очень. Я смотрю, ее так периодически выпускают домой. Кого? Люся, у меня няня видела ее недавно. Кстати, спасибо за няню, крутая. Ваня! Майя! Собираемся, мы домой идем. Ну, пожалуйста! Собираемся, я сказала, мы идем домой. Скатились с горки и уходим. Ну, с горки, а где ты говоришь, няню не видела? На шоссе. Она Игоря подвозила.
Спасибо. Ну, можно еще чуть-чуть, пожалуйста. Никаких пожалуйста, съезжаем и уходим. Да ладно, оставь их, я посмотрю. Чего, ты мало погуляли совсем? Я не могу, у нас режим. Быстрей! Слушай, Марин, можно Люсе что-нибудь в больницу передать вкусненькое? Нельзя, у нее там диета. Вперед, 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 вперед. Ну ладно. Ну, здрасте, здрасте, господа. Здрасте. Здрасте. Вроде. Здрасте. О, как у вас тут все серьезно, мадемуазель. Бонжур. Ну, ведите, ведите. А твое лицо мне не нравится, зятек. Настроение плохое. Да не, нормально, Андрей Валентинович. Давайте уже о делах, господа. Да поговорим мы о делах, поговорим. Бог ты мой. Это вы меня вареньем собираетесь угощать. Люблю варенье. Люблю варенье, люблю. Ну, какие дела? Вы говорите, говорите. Андрей Валентинович, жаль, что мы до слияния наших компаний не все оговорили. Что не оговорили? Кстати, ваши юристы очень долго возились с договором. Дело в том, что не все обсуждается в договоре. И вам, например, было бы неплохо заранее знать, что мы до сих пор получали все наши заказы в честной конкуренции. Угу. Может, это не так выгодно, но зато мы спим спокойно. Но ты, кстати, зятек, не выглядишь выспавшимся. Вас смутил тендер на проектирование этого комбината в Дворске? Да. Угу. Вы там взятки раздавали, как Дед Мороз подарки. Да, и в результате та компания, которая предложила лучшее качество за меньшие бюджеты в более сжатые сроки, пролетели. Вы потрясены, что мы выиграли. Предпочитаете проигрывать, да? Насколько я помню, ваша компания несколько раз была на грани банкротства. Андрей, из чего варенье? Я не понял. То ли это малина, то ли клубника. Еще ваниль здесь немножечко, да? Расслабьтесь, пацаны. Мы победили. Угу. Только за эту победу придется очень дорого заплатить. Конечно, за победу всегда платить приходится. Это беда, бесплатно приходит. А может, оно магазинное? Кто варил это варенье? Да это секретарь варил. Андрей Валентинович. Угу. Дело в том, что в наше время никто так тендеры не выигрывает. Да ну, не может быть. И земля уже вокруг солнца не крутится. Если эта афера откроется, то нашей репутации крышка. Не откроется. Мы выиграли большой, очень крупный проект. И теперь, когда мы вместе, то эти проекты мы будем делать очень легко, весело и приятно. Я поговорил с ребятами, мы решили в это дело не встревать. Нам просто никто не подаст руки, если узнает, каким способом мы выиграли этот тендер. Руки вам не подадут. Это когда под вашими окнами будут судебные приставы стоять. И когда ваши банковские счета все будут арестованы. Когда вашим детям жрать нечего будет. И когда все начальство для вас будет занято. А друзья ваши будут сбрасывать телефонные звонки. И ваша жена. У тебя, кстати, есть жена? Да. Невеста. А, невеста. Угу. Вот она тебя бросит и выйдет замуж за того, кому, может быть, не жмут рук, но с ним спокойно и счастливо. Холодный чай. Значит так, я подавал на этот тендер, когда мы еще не были вместе. И моя компания выиграла этот проект. Так что ваши ручки чисты, как белый снег. Понятно? А я буду гореть в аду. В самом глубоком котле. Еще есть вопросы? Тём, да подожди ты. Ну, пошел ты. Игоречек. Попроси эту красотульку, пусть чайку погорячее принесет.
Как же вы меня достали! Ну, это ж сил просто нет никаких! Все им разрешают! Молчать, я сказала! Сидеть и молчать! Все! Ужас! Ты злая! Злая ведьма! Ведьма? Хорошо. Я вам сейчас покажу. Ведьму! Ты будет ведьма! Она маленькая ведьма! Я нельзя наказывать! Кто-то сказал, тебя можно? И тебе! И тебе! И тебе! Если хоть слово папе скажете, маму свою вообще больше никогда не увидите. Понятно! Чтоб тишина была. Ну, я-то сама в деревне живу, но это недалеко от поселка, где Людмила Давыдова. Ну, что я могу сказать? Часто ее вижу, как она с ребятишками гуляет. Ну, я не знаю, идет. Дети брошены, она сама по телефону говорит. А детишки-то у нее малые, ну, того ж, гляди, под машину или под автобус попадут. А мальчишки такие хорошие, у нее такие мальчишки золотые, прям хорошие. У нее мальчик и девочка. Не, ну так вы мне на бумажке напишите, я ж попутаю все. Напишите. Ну что, мне говорить дальше или что? Говорите дальше. Говорю. Да-да-да. Хорошая мать — это какая мать? Она ж своих детей беречь будет. Она же его за ручку будет вести. А это нет, нет, это никого не больше. Одни свои дела на уме. А мне так, я не знаю, нужны они ей, не нужны. Да не нужны они ей. Вот так если посмотрите, либо она пьет по-черному, либо того, что еще и пахнет. Дальше смотрим? Да, 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 смотрим. Хорошо, смотрим. Значит, дело было так. Мы с внуком пошли погулять по ярмарке. Ну, я посадила, сели. Я смотрю. Рядом девочка маленькая сидит, качается. Думаю, ядрена корень. А где же мать? Оглянулся я вокруг. Нет никого. А девочка маленькая, ручонками в качели уцепилась. Маму зовет. А мамы нет, так нет. Я в законах не разбираюсь. Но у таких матерей детей надо забирать. Что, никого трезвее найти не мог, а? У меня таких роликов целый сериал. Я потом отберу, как и получше. У тебя есть хоть один реальный свидетель? Ну, откуда же взять реальных? Клиентка оплатила вот этих. Ну да, бодро говорят, со слезами. Ну да, они большие молодцы. И каждые выходные ходят на ток-шоу. И поэтому реветь и выть на камеру научились. А тебе? Тебе. Я посоветую забыть это дело, иначе проиграешь. Здесь же ведь целая драма. У нас Шохина своего Давыдова высиживала полжизни. Да-да-да, так сказать, верно ждала. Верно? Да. Что, даже тебе ничего не удалось? Ну, мне-то удалось кое-что. Ну, ты же меня знаешь, против меня ни одна женщина устоять не может. Так, я устаю, руки убери. Спасибо. А с тобой их все самое интересное у нас только впереди. Посмотрим, говори дальше. Ну, что тебе дальше говорить? Дальше смотри. Давыдов нашу Мариночку, ну, не особо любит. А своих детей он просто обожает. Вот, и что-то я начал подозревать, что он тоскует по своей бывшей жене. Да-да-да-да-да. Вот, и если сейчас мы оставляем детей у его бывшей жены, то... То он к жене возвращается. Точно! И поэтому сейчас в суде мне нужно будет доказать, просто необходимо, что оставлять детей у матери – это опасно. И я это докажу. Еще раз тебе настоятельно рекомендую. Оставь это дело. Клиентка покупает всех. Да, она крепкая женщина. Да, она крепкая женщина. Это моя старая знакомая. Я считал ее порядочным человеком. Вот только вот но. У нас любовь мутит рассудок. И мне сейчас, как ее адвокат, должен... Ты всерьез считаешь себя адвокатом? Прости. То есть ты как серьезный адвокат мне все это показал сейчас? Ну, я не понял, ты сейчас что, мне как будто бы захотел оскорбить? Ну, что ты? Ой, Диль, можно подумать, что ты у нас никогда свидетелей не покупал. Представь себе, не покупал. Давай дальше посмотрим. Давай. Дилечка, только, пожалуйста, имей в виду, что вот я сейчас ради тебя нарушаю закон.
Да, хорошо, буду иметь в виду. Я давно знаю, какой ты адвокат. И ты, пожалуйста, имей в виду, что за Давыдову я буду бороться, как бульдог. Понял? Борись. Смотрим. Я сама мать. И презираю женщин, которые родили детей, воспитывать не хотят. Мариночка, попроси о чем-нибудь другом. Ты каких камней любишь? В смысле украшения? Бриллиантов у меня хватает. Но я тебя попросила первый раз в жизни. Марина. Ну пойми, сейчас не лучший момент для моего бизнеса. Люди мало покупают дорогие тряпки. Многие продолжают к нам ходить только из-за Люси. Ну, я не знаю, какая бы она ни была, она все-таки талантливый человек. Она умеет на любую корову вещи подгонять. Ну, где я возьму такую вторую? Я найду тебе очень хорошего специалиста. Ты найдешь? Как? Твое агентство ищет нянь и поломоев. Как ты мне найдешь модельера с такой головой, с золотыми руками? Ну, давай я лучше куплю тебе все, что тебе понравится. Извини, мне пора. Обиделась? Обиделась? Марина. Марина. Марина, мы так редко видимся. Я скучаю по тебе. Видимо, недостаточно. Ладно, я ради тебя готов уволить не только отличного сотрудника. Я убить готов! Ты сделаешь это ради меня? Ради тебя все что угодно. Почему, Владимир Николаевич? За что? Поверь, это ничего личного. Это кризис, черт бы его побрал. Приходится сокращать штат сотрудников. Вы понимаете, мне просто именно сейчас я никак не могу остаться без работы. Скоро развод, и суд будет решать, с кем дети останутся. И мне просто опасно сейчас оставаться без работы, понимаете? Ты что, так не видишь детей? Нет, я их не вижу. У мужа сейчас другая жена, и дети маленькие, им пока ничего никак не получается объяснить. Они будут очень радоваться, когда я буду к ним приезжать, и рыдать, когда буду уезжать. Я только после суда смогу с ними постоянно быть. Владимир Николаевич, вы должны понимать, как, насколько мне это важен суд и как тяжело мне без детей, Господи. Ты совершенно зря беспокоишься. Наш суд всегда на стороне матери. Твой бывший муж не бедный человек. Ты получишь половину его бабок. Поверь, я выбрал тебя уволить именно потому, что ты как раз не пропадешь без работы. А может быть, если бы вы позволили, я могла бы бесплатно работать? А? А, то есть ты будешь как будто бы работать, я буду как будто бы тебе платить? Угу. А через день после суда ты сбежишь? Несерьезно. Всего тебе самого-самого хорошего. Так. Родничего, тихо, не плачет. Ей бы вы
выпить сейчас. Я тебе дам выпить. Ну что ты говоришь-то, выпить? Выпить его. Обалдел совсем. Выпить. Ты что? Да не мне, а Люси. Хорошо, расслабляй. Уж не расслаблялся за всю свою жизнь. А Люке я пустырник заварил. Сейчас, если выйдет, сразу там попить. Ну что она так убивается? Ну чего убивается? Ну мы же живые. Ну что, мы свою дочку не прокормим? А если внуков отдадут, мы и внуков накормим. И боится она, Борь, что не отдадут ей детей, как безработный. Как надо было. Надо было мне взять друзей, сесть в машину, поехать навалять этой Маринке, сучке. И этому Игорю по его дурацкой голове настучать, а потом украсть внуков и оборонять их. Толчит обороняльщик. Люська что говорит, что травмировать детей нельзя, что они потом на всю жизнь раненые остаются. И вот терпит, терпит, ждет. Ну, кого хороните? Кого хороним, кого мы не хороним. Я тебе пустырник заварила. Вот, и выпьем этого твоего пустырничка за нашу будущую удачу, да? А можно человеку, который нестерпимо долго не имел ни капли во рту, маленькую рюмашечку? Люсь, я его сейчас убью. Иди. Ну что такое? Так, никаких рюмашечек, дядя Борь. Ты еще должен научить Ваньку в футбол играть. Ничего, и научу, научу. Так, пожалуйста, ага. И я с тобой. Ой. Обязательно. Ну, как говорится, и я с вами. Дядь Борь. Ну, смотри. Ну, чокнемся. Чокнемся. Ура! Ура! Ну и гадость ты навалил. А я уверена, что это Марина организовала твое увольнение. Нет, нет, она не могла этого сделать. Знаешь, я знаю твою распрекрасную подругу уже лучше тебя. В ней погиб великий организатор. Да меня уволили, понимаешь, сократили. Не имеет значения, кто виноват. Что делать, а? Что делать, что делать? Что-то надо делать. Надо попытаться договориться до суда. С кем? С Мариной? Да при чем здесь Марина? Марина твоя пока полный ноль, никто, понимаешь? Подруга детства – это не юридический статус. Пытаться договориться нужно с твоим мужем. Нет, нет, это невозможно. Я слишком Нет, вернее, это он уверен, что я очень виновата. И потом, я все-таки верю, что он сам не захочет забрать у меня детей. Ну и зря ты веришь, зря. Слушай, давай я организую вам встречу здесь, у меня в офисе. Вопрос не лирический, нужно решать судьбу детей, понимаешь? Ну хорошо, хорошо, давай попробуем. Ты знаешь, я тут недавно разводила пару стариков. Они прожили почти полвека вместе. Они столько нового узнали друг о друге при разводе. Просто удивительно. Живешь с человеком, ешь, пьешь, рожаешь, воспитываешь, растишь детей. И совершенно не знаешь, какой он на самом деле. А ты к чему сейчас? К чему? Ты знаешь, с каким-то мужиком жила? От кого ты родила детей? Он порядочный, нормальный? Или он готов подставить при любом удобном случае? Он способен пожалеть? Или ему вообще на все наплевать? Ты должна знать своего Игоря лучше всех других людей. Да я его знаю. Ну? А я знаю, что ему будет очень больно меня видеть перед тем, как он окончательно уйдет от меня. Я сейчас правильно услышала? Ему будет тяжело? Да, ему будет очень плохо. Но зато ты-то просто цветешь от счастья. Я не цвету от счастья, но... Ну, я люблю его, как прежде, понимаешь? Как всегда. А у него сейчас другая семья, другая женщина, все другое. Ему будет очень больно говорить о разводе. Так, я точно знаю. Все, хватит, спасибо. Я не обязана оплакивать твоего мужика, который запросто поменял свою жену на ее подругу. Я попытаюсь как-то... Ну, в общем, сама с ним встретиться. И что ты ему скажешь? Что скажу? Похвалю его, конечно. Скажу, молодец, Игорёша, возьми с полки пирожок. Да не волнуйся ты, целый он уйдет от меня. Я проиграю суд. Мне детей не вернут. Я не знаю. Я не знаю. Ну, понимаешь, ну чего хотят бабы от мужиков при разводе? Ну, денег, да? Дом, ну, машину получше. Ну, ты же ничего этого не хочешь. Марина-то это знает. Thank you.
Алик, ну наконец-то. Я только что была у Дили, так вот она даже не верит, что мы можем... Тихо. Успокойся, сядь. А? Ну что за истерика? Я не могу успокоиться. Твой лучший адвокат сама не верит, что суд закончится в мою пользу. Как она будет отставить мои права, я не понимаю. Слушай, Дили делает все возможное, чтобы собрать доказательства твоей правоты. То есть нужно еще доказывать, что мои дети должны быть со мной? Послушай. Спасибо. Мне не нужно от бывшего мужа ничего. Ни денег, ни дома, ни бизнеса. Я хочу только одного, чтобы мои дети жили со мной. А твоя Диля мне даже этого не может гарантировать. Тихо. Ты чего? Люди кругом. Ты пойми, против нас, ну, против тебя, воюет сильный, наглый и готовый пойти на все человек. Это ты о Марине? Да. Ты, наверное, Диле о ней тоже всяких ужасов нарассказывал. То есть моя подруга какой-то монстр получается. Слушай, это твоя Диля, она уверена, что именно Марина подстроила мое увольнение. По-моему, какой-то бред. Это смешно. Тебе смешно? А ты понимаешь, что ты теперь без работы? Это еще один аргумент не отдавать тебе детей. Ну как? Каким образом Марина могла подстроить мое увольнение? Они даже с Бородиным не знакомы. Не знакомы. То есть в этом ты уверена? Откуда она может его знать? Откуда? Пока не знаю. Кати вперед, Ваня! Быстрее! Я не конь! Я человек! Быстрее, Ваняшка! Стой! Вот тебе конь, и быстрее! Господи, сколько же я не была тут, а? Кто там? Ой, а вы кто? Я кто? Ну да. Я мать хозяйки этой квартиры. Ах, я думала, грабить пришли. Вы мама Мариночки, да? Да, мама Мариночки. А я не поняла, вы что здесь делаете? Ой, а вам Марина не сказала? Я домработница. Домработница. Здесь же никто не живет. Моя дочка денег не умеет считать. Ой, я же теперь здесь живу, убираюсь и дом стерегу. Деточка, хватит ойкать. Прибираешься? Ну да. А что грязь такая? Будет сделано. А чем так воняет, а? У меня сейчас приступ будет. У меня же тяжелая астма. Может быть, это моя хлорка? Я себе иногда наливаю, чтобы мне нравился запах. Убери! Я вылила. Вы извините меня, пожалуйста. Я просто не рассчитывала, как там, что Марина придет. Меня сегодня так утром тошнило. Я себе хлорочки налила вот так в стакан. И мне полегче стало. Ты что, больная? А вам Марина не сказала? А что она должна мне сказать была? Что она наняла домработницу в пустую квартиру, где никто не живет? Нет, не только об этом. Торшер суперский. Торшер, да.
я купила к себе. А моему не понравился. Я думаю, пускай здесь постоит, что ли. Или доперла от машины. А тебя как зовут-то? Бажена. Да ладно, Бажена. Давай, оттащи его в спальню. Я забыла, мне нельзя, меня Марина наругает. Нельзя тяжелое поднимать. Да ладно. Угу. Моя деловая дочка наняла дом работницу, которая ни убираться не умеет, ни тяжести поднимать не может. Да я просто не пойму, как она вам не рассказала это. Чё-то ты мне голову морочишь, по-моему, а? Что у вас тут происходит? Витамины. Д, С, Е. Вкусно? Очень. А мне не хочешь соку предложить? Ну, я не могу, это очень дорого, это только для меня. Голову мне морочишь, значит. Не звоните, я вам сейчас все буду рассказывать. Уже, вот уже говорю. Давай. Вы скоро будете бабушкой. А я знаю, Марина ждет ребенка, и что? Не Марина, я. Я жду ребенка. План такой. Я вынашиваю, рожаю, и такой симпатичный подарок получается. Подожди, то есть от меня скрыли вот это все? Ты суррогатная мать? Ты вынашиваешь ребенка для Игоря и Марины? Да, для них. Но это я залетела, но он мне не нужен. А вот Марине он необходим для скрепления брачного союза. Вы поняли? Да, поняла. А знаете, что самое классное в этой истории? То, что никто про это даже не знает, даже ее муж. И все будут думать, то, что... Помолчи минутку. Никто не будет знать, ты же мне уже раззвонила. Ну так вы же бабушка. Бабушка. Вы что, уже уходите? Май, это твое молоко. Пей. Не хочу больше. Допей, пожалуйста, до конца. Чтобы потом ночью не вставать. Молодец. Теперь спать. Спать. Мама? Ты чего так поздно? Мам, ты чего молчишь-то? Мам, что-то с папой? С тобой. Господи, со мной-то что? С тобой что происходит, Марин?
Ты заигралась, сейчас слишком далеко зашла. Остановись, Марина, остановись. Я остановлюсь. А что случилось-то? Я понять не могу. Тебе не нужен твой Игорь такой ценой, понимаешь? Да какой ценой, мам? Ложью, Марин. Ужасной ложью и подлостью. Зачем так слюсь-то? Ну зачем? Она и так отошла в сторону. Я не понимаю, ты про детей, что ли? Так мы с Игорем все решили, мы не будем... Ну что ты врешь-то опять? С каким Игорем вы решили? Опять ты врешь, Марин. Игорек твой-то сам давно уже ничего не решает. Ты что, не видишь, что он тоскует по Люсе? Ты не видишь, что ты ему не нужна? Так, мам, ты что-то завелась. Давай, мы завтра поговорим, я не хочу скандалить. Езжай домой, завтра будем разговаривать. Да? Давай, 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 давай. А кто с детьми-то днем будет? Няня будет с детьми. Я ее завтра вызову. А когда родится маленький, тоже будет няня. Мы наймемся. Родиться у тебя? Ты же не можешь родить. Я ж была у тебя сегодня. Я видела эту Баженну. Что за бред ты придумала? За что Игорю все это? Я же верила, что ты просто очень сильно его любишь. И зачем он тебе такой сломленный? Мамочка, ты же понимаешь, да, что никто не должен знать про нее? Да? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты будешь всю жизнь врать, да? Игорю, всему миру, этому ребенку, которого ты никогда не сможешь полюбить. Смогу. Ты не сможешь. Ты же не умеешь любить то меня. Никого. Только Игоря. Своего. А с Игорем-то у тебя ничего не выходит. Маринка! Бедная ты моя девочка! Можно я тут побуду? Ты что тут делаешь? Мне страшно. Нельзя, иди спи. Нельзя, я сказала, иди спи. Маринка! Иди наверх. Совсем распоясались, никого не слышат. Мам, мы просто с тобой устали. Обе, от детей, от всего. Мы сейчас найдем няню и отдохнем. А папу ты совсем забыла. Совсем. Ну, только не плачь, ладно? Хорошо? И ты не плачет. Он сейчас себе какой-нибудь другой может найти, да? Я же всегда была тебе подружкой. Мамочка моя, единственная подруга. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Кому? Тихо, тихо. Ради себя, ради своего будущего. Ты должна признаться Игорю, что... Ты выдумала эту беременность. Ты должна расплатиться и отпустить. Бажен, рожать ее ребенка. А вы с Игорьком начнете вашу жизнь без этого ужасного вранья, ладно? Вот и хорошо. Мамочка, ты же ему не скажешь, правда? Не скажешь. Пожалуйста. Я скажу. Если ты не скажешь, Кир, я скажу. Буду сидеть вот тут до утра. А утром все Игорю расскажу. Вот тут буду сидеть. Уходи. Я никогда больше не появляюсь в этом доме. А ты можешь сама еще рассказать, Марин. Сап. Марин, там в машине ингалятор принеси, пожалуйста, из машины. Я же тебе столько раз говорила. Ты меня никогда не слушаешь. А ингалятор должен быть при тебе всегда.
Вы даже не посмотрели мое резюме? Так что мне его смотреть? Я так про вас прекрасно все знаю. Давно уж хотела вас к себе переманить, но ваш шеф просто мертвой хваткой вас держал. А что случилось? Почему вдруг уволил? Уволил, вот. Кризис, говорит. Кризис — это да. Кризис, Люсенька, не только у него. Так, не сейчас. То есть не получится меня взять? Подождите, подождите. Мне надо просто подумать. Что называется, мозгами пораскинуть, с кем расстаться можно. Ой. Потому что... Нет, нет, так не нужно. Тогда я пойду. Подождите, вы только что сказали, что вам работа нужна. Очень нужна, но... Ну так в чем же дело? Ну, просто не нужно ради меня никого увольнять. Так, Люся, все, все, все. Даже слышать ничего не хочу. Я вас никуда не отпускаю. Правда? Абсолютно. Спасибо большое. Ой, у вас телефон мигает. СМС-очка, наверное. Да, СМС. Еще вчера пришла, я даже не заметила. Что с вами? Что? Разволновалась, в глазах потемнело. Вы не могли бы прочитать? Люся, срочно забери детей от моей Марины. Лили Андреевна. Так, Люся, я жду вас завтра. Договорились? Я постараюсь никого ради вас не увольнять. Как-нибудь выключусь. Но завтра обязательно, хорошо? Во сколько вы будете? Марина, что с детьми? Мне твоя мама СМС прислала. Что случилось? Мама ничего не могла тебе прислать. Она написала, чтобы я срочно их от тебя увозила. Мама умерла сегодня ночью. Моя мама умерла.